Здравствуйте, товарищи! В этом ролике речь пойдет о Болтуфьевской речке. Она же Самотека или Самотышка. Река протекает в северо-восточном округе Москвы и имеет протяженность около 5 километров. Берет начало из пруда в районе бывшего села Алтуфьево, проходит вдоль северной границы Алтуфьевского лесопарка, а ниже Мелеховской улицы начинается подземный коллектор. Алтуфьевская речка является правым притоком реки Чермянки и в свою очередь сама имеет два притока – ручей Лианозовский и Девкин ручей. Коллектор типовой, выполнен из железобетонных колец с внутренним сечением около 2 метров, так что можно идти не нагибаясь. Ила на дне немного, но иногда встречаются крупные скопления мусора, в том числе битого стекла. Часть лестниц в смотровых колодцах уничтожена коррозией, однако на всем протяжении реки встречаются колодцы, пригодные для спуска и подъема. Судя по следам на стенах, в паводок коллектор заполняется наполовину сечения. В верхнем течении коллектор пробит несколькими сваями, которые сюда загнали, видимо, при застройке жилого массива. А в низовьях можно наблюдать не весь откуда взявшийся кабель. Алтуфьевская речка не так проста, как может показаться на первый взгляд. В среднем течении основную трассу пересекает нитка другого коллектора с более низкой отметкой заложения. И вот вы уже теряетесь в догадках, что это за приток и где теперь основное русло. Также встает вопрос, как пересечь препятствие. Если есть заброды или L1, то проблемы нет. Но у нас, черт побери, проблемы возникли. После предыдущего похода в Пресне почти все Эльки отправились в ремонт. И в тот день только один из нас был в целом L1, у остальных же чулки ОЗК. Однако выход нашелся быстро. Удачливый обладатель Эльки просто-напросто перетащил товарищей на противоположный берег на своем собственном горбу. Ближе к низовьям есть любопытная широкая камера с несколькими крупными подключками. Но исследовать этот участок нам не удалось из-за большой глубины в камере. Там, пожалуй, только на лодке можно проплыть. Ну а в целом, Алтуфьевская речка довольно интересный объект. Сходить хотя бы раз следует. Только одевайте L1 или заброды, чтобы осмотреть там как можно больше. Итак, с вами был товарищ Хелл. Желаю всем удачных походов. Пока!